Интим-салонов во Владивостоке стало меньше. Сотрудники приморской полиции совместно с бойцами СОБР провели спецоперацию. Это момент задержания преступников. В салоне находятся 17 женщин от 20 до 49 лет. Все они не первый месяц оказывают интим-услуги. К слову, набирали их, как выяснилось, со всей России. Это жительницы Приморского, Хабаровского краев и Смоленской области. В результате спецоперации, проведенной при поддержке бойцов СОБР, задержаны 9 местных жителей, подозреваемых в совершении преступления против общественной нравственности. Уже установили, 40-летняя жительница Владивостока организовала работу сразу 3 фирм досуга. В противоправную деятельность злоумышленница вовлекла еще 8 жительниц Приморья. Соучастники занимались планированием, контролем над соблюдением рабочего графика девушек, а также доставляли их клиентам и обеспечивали безопасность на протяжении рабочего времени. Сотрудниками уголовного розыска и следователями проведены обыски в фирмах и по местам жительства фигурантов уголовного дела. Изъяты денежные средства, записи с указанием ежедневной выручки, ноутбуки, документы, 17 мобильных телефонов. Следователями возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, вовлечения в занятия проституцией и организация занятия проституцией. Лидер и активные участники организованной группы заключены под стражу.